Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, мы с вами продолжаем играть в Papers, Please, то есть документики, пожалуйста, проходить именно за языков, то есть помогай им. Итак, в прошлом выпуске, если не ошибаюсь, да, в прошлом выпуске мы с вами взяли взяточку на 2000 от языков и переехали в квартиру 7 класса, посмотрим, как-нибудь запалит или нет. Продолжаем. Еще один террорист проник через границу, халатность при досмотре въезжающих. Че это халатность? Может, я его специально пропустил? В МВ новый директор, процедура въезда будет ужесточена. А, ну да, господи, ладно, пора на работу, пойдемте. Сейчас новые правила введут, все верно. 5 декабря 82 года, выходят наши солдатики. Окей, пока что не начинаем рабочий день, одну секундочку, все проверю. Стефани Граери и Михаил Саратов. То есть у них по одним и тем же именам могут проходить разные люди, поэтому сложности такие. Новый директор считает, что досмотр иностранцев проводится недостаточно тщательно. С сегодняшнего дня все иностранные граждане не должны предъявлять описание внешних данных, в которых указаны их вес, рост и особые приметы. Глава документов инструкции была обновлена, слова Ростоцкий, бла-бла-бла. А, да-да-да-да-да-да. Секундочку, у него все документы были правильны, у этого террориста, который взорвал вот здесь вот этих солдатиков. Все документы были правильны, мы не допускали ошибки. Откуда мы могли знать, что именно он террорист? Откуда? Начинаем рабочий день. Следующий, я уже думал, на меня наезд какой-то. Как так? Проходите, пожалуйста. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я здесь просто транзитом. Продолжительность визита. На пару дней. Хорошо, предположим, сейчас мы все проверим, мадам. Так, 82-12-06 у вас до завтра, да? До завтра. Короткие кудри, присутствует 58 килограмм, 167 сантиметров. Алиция Роксас. Роксас, Алиция, женщина, Хайхан. В импоре вроде был. Номерочек правильный. Дата правильная. Дата правильная. Печать правильная. Фотография ее. Проходите, пожалуйста. Вроде Хайхан был. Давайте проверим. Карта региона. Импор. Хайхан есть. Все, проходите. Будем аккуратны. Проходите, пожалуйста. Это было просто. Я надеюсь, что не будет штрафа. Следующий. Всегда вот первый человек на записи, это всегда для меня такая немножко мандраж какой-то. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я буду здесь работать. Уверена. Продолжительность визита. На год. Хорошо. Работа. Один год. Дата. Нормальная. Дата. Нормальная. Дата. Нормальная. Дата. Нормальная. Изобразительное искусство. Печать нормальная. Сипол Эндерел. Эндерел Сипол. Разрешение. Волосы короткие, 83 килограмма, 184. Да, вроде нормально, данные совпадают. Хорошо, это нормально. Сипол Эндерел. Эндерел Сипол. Номерочек совпадает. Да-да-да, ребятушки, начинается у нас Outer Graus, Antegri есть такое. Начинается вот эта вот проблема. Проблема начинается реально, когда очень много все проверять нужно. Следующий, проходите. Ага, солдатик идет наш. Привет. Привет, Калининск. Доброе утро. Привет. Ты задержал двоих? Что-то маловато как-то, да? Премия неплохая, платят сразу. Пятерочка. Ну ладно, теперь все по-честному. Хотя получается не так много. А где мои 15? Вот те вот, где пятнарик мой, где? Ты задерживай побольше, у обоих больше выйдет. Где мой пятнарик, чувак? Он так нам его не принес. Следующий. Негодяй, а? Ах ты, господи. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я еду транзитом в другое место. Продолжительность транзита. Останусь на пару недель, не больше. Хорошо, 14 дней транзит. Дата нормальная, дата нормальная, дата нормальная. Усы присутствуют. 103 килограмма, 100... Ну, 83, предположим. Джошуа Ковалский. Ковалский Джошуа. Здесь ничего не написано. Номерочек совпадает. Глориан Антегри. Вроде в Антегри был Глориан. У меня все время с этим проблемы. Я все время забываю. Да, есть, ладно. Хорошо, Джошуа, проходите, пожалуйста. Вроде у вас все правильно. Вроде все в порядке. Окей, следующий. Быстрее, не задерживай. Замечание, ошибка. Как же так, Пол? Какова цель вашей поездки? Я тут транзитом еду в другое место. Продолжительность 14 дней. Транзит 14 дней. Женщина. Лорндас, Арбистан, есть там такой, 84-й год. Дата нормальная, номерочек. Совпадает. Алина Гарсия, Алина, волосы прямые, 54 килограмма. О, мадам, ну что-то как-то вы не дотягиваете до 185. Информация вызывает сомнения. Это естественное отклонение какое. Как вы уменьшились, вам ноги отрезали? Не знаю, укоротили.
Алин Гарсия, я уже невооруженным взглядом вижу, что отпечатки не ваши. Я не могу подтвердить вашу личность. Вы даже не знаете, что сказать. Не надо подделывать документы. Понимаете? Не надо. Что случилось? Мы вам сейчас все объясним. Пройдемте. Следующий. Быстрее, друзья. Быстрее. Не задерживаем очередь. Ваши документики. Слушай, друг. Я потерял личную карту. Думаю, ее у меня украли в раздевалке, но матч мы выиграли. Очень домой хочется. Спасибо за вымпел, Арстоцка, дьяволы, чемпионы, пошел вон отсюда, потом мы тебе его продадим. Ты что творишь? Я тебе вымпел подарил! Я тренеру все про это дерьмо расскажу. Спасибо за вымпел. Следующий, мы тебе потом же его и загоним, господи. Давай, ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я собираюсь здесь работать, машиностроение, да? Так, на месяц-другой, хорошо, предположим, сейчас... Работа, месяц, дата нормальная. Эндрео Филиппов. Номерочек совпадает. 84 килограмма, 165. Эндрео Филиппов. Да, ты посмотри, на, держи. Что это? Ну, там все написано. Читай, звони, устраивайся на работу. Следующий. Еще два нужно отдать именно машиностроение, чем типа того, таким инженерам. Ваши документики. Окей, какова цель вашей поездки? Я здесь просто транзитом. Опять транзит. Продолжительность. На 2 дня. Хорошо, транзит, 2 дня. Дата нормальная. Номерочек совпадает. Фотография ее. Импорт Сукейда, женщина. Эрика Десовска. Прическа коры, 64 килограмма, 175 сантиметров, предположим. Печать правильная. Пожалуйста, проходите, вроде все нормально. Я не знаю, если гарантирован следующий. Когда вот эту точку проходит, если не приходит штраф, то все хорошо. Ваши документики. Какой-то папа римский, господи, какова цель вашей поездки? Я приехал, чтобы жить здесь со своей женой. Эти внешние данные полный кошмар, получить трудно. И действовать всего несколько дней. Вы тут в Арстоцке все усложняете. Зачем было вообще границу открывать? Не знаю, и не я же открывал. Зато я работу получил. Так, номер хороший, дата хорошая. Дата нормальная, колечье ведор, мужчина. Ну, а те, что у тебя странный чувак. Так, печать нормальная. Вильям Розанский. Розанский Вильям. Номерочек совпадает. Лысый. Он лысый? Данные совпадают. Ну, вроде да. Лысей, так скажем. Хорошо, езжай к своей жене, пожалуйста. Ой, позор какой. Позор тебе, мужик, позор. Обычно наоборот все бывает. Фу! Что тьфу, лучше было деньги на взятку потратить. И проще, и быстрее. Чего? Следующий, я ж тебя пропустил, чувак, ты чё несёшь? Следующий. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Гости, это всё. Продолжительность визита на 14 дней. Одну секундочку. Блин. Так, внешние данные для иностранцев, дружище. Ваши, вы должны иметь при себе описание внешности. Мне такого не выдали. Я не знаю, а кто, а у кого ты покупал все вот это вот дело, кто тебе не выдал? Ну ты даешь. Следующий, проходим. 10, нужно поднажать, уже мигает. Ваши документики? Окей, какова цель вашей поездки? Я сюда приезжаю навсегда. Хорошо, ПМЖ постоянно, дата нормальная, а фотография вообще ни разу не твоя. У вас внешность изменилась? А, даже не знаю, что сказать, это я. Ну, давай отпечатки гони. Outer Graus, мужчина. Волосы короткие. Ты... Нет, не похоже. Нет, чувак. Ваши отпечатки не совпадают с вашей базой. С нашей базой, пожалуйста, пропустите меня. Арест. Что значит пропустите? Ты какую-то фотографию нормальную вклей. Ты что, дебил, что ли? Въезд не гарантирован, особенно по поддельным документам. Следующий. Надо взятки предлагать. Сразу, моментально, если что не так. Ваши документы. Окей, какова цель вашей поездки? Пригласили в гости, да вообще без проблем. Продолжительность визита на 1 месяц. Гости 1 месяц, дата нормальная. Так, это совпадает, номер совпадает. Мужчина западный Грештин. ВФ нету западного Грештина, дружище. Это я помню. В вашем паспорте ложная информация. Об этом я ничего не знаю, зато я знаю. Понимаешь, там нету западного Грештина. Ты покупай нормальные документы, проверяй все. За что вы деньги платите, придурки? Ладно, рабочий день закончен. Пройдемте. Кстати, я не посмотрел, но вроде не было Михаила вот этого имени. Не было. Соседи донести властям, что вы внезапно разбогатели. Миндоходов конфисковала ваше сбережение на счету расследования. Доступно дешевое жилище 8 класса. Чё?
Подожди, мы заработали с вами 60. В ноль вышли. Все бабки отобрали? Все бабки отобрали? Вы что, издеваетесь? Два косаря, мы живем в дорогом жилище 7 класса. Я хочу в первый класс приехать, кстати. Я хочу... Надо заработать на первый класс. Как это сделать? Я не знаю, сколько нужно вкалывать, чтобы заработать на первый класс. Ладно, пойти спать. Потом еще дочь сестры приедет. Бандиты нашли тихую гавань. Репутация Арстоцки подмочена. Республика отказала антагрианскому разоблачителю в убежище. Хорошо, пойдем на работу. Что за тихая гавань? 6 декабря 82 года. Начато расследование. Они взверели совсем. Давайте, проходите. Что там написано? Ежедневный бюллетень. Теперь будут три... содержать вот этих вот разыскиваемых. Республика оказалась тактикой. Вот, сверяйте фотографии с лицами визжащих. Все, я все понял. Это легко. Так, я думаю, пару недель, не больше. Что он сказал? Транзит, да? Угу. Это мне не нужно. Это все... Все одно и то же, да? Стефани Гривьери, Михаил Саратов. Саратов Михаил и Стефани Гривьери. Так, печать нормальная. Александр Суски. Суски Александр. Мужчина. Шинглтон. В УФ вроде был Шинглтон. Номерочек нормальный. Даты. Все даты нормальные. Иракез присутствует в фотографии. Его 57 килограмм, 157 сантиметров. Так, карта регионов. УФ. Шинглтон присутствует на... Черт, подождите, а вот это не он? У вас интересное лицо. Мне сказать нечего. Ну, зато нам есть что тебе сказать. У нас много что тебе сказать. Как раз тогда, когда мне вели ловить преступников. Преступников? Вы это про что? Велели, точнее, следующий. Этот он хорошо пришел. Так, ваши документики, какова цель вашей поездки? Я буду здесь работать. Продолжительность визита, я думаю, 90 дней. Вообще, без проблем. Для работы... Да уберись. Для работы нужно разрешение. Вы неправильно назвали цель поездки. Верно, я просто в гости. В гости 3 месяца. Чего? 90 дней. Хорошо. Great Rapid там тоже, да, есть. Номерочек совпадает. Фотографии ее на этих не похожи. Так, дата нормальная. Длинные волосы, 57 килограмм, 168 сантиметров. Илония, рез, Илония. Ну, вроде и печать хорошая. Ладно, проходите, пожалуйста. Господи, ну что-то она там начала про работу мне гнать, а? Следующий, добро пожаловать в Арстоцку, следующий. Странно. О, привет, ваши документики. Что тут написано у нас? Прочесть, срочно вернуть посыльному. Крупный дар был ошибкой. Мининформация расследует ваши связи с ЭЗИК. Следующий агент прибудет сегодня. Он решит эту проблему. В случае отказа мы ничего не гарантируем. О, они решат мою проблему. Ну, бабки-то мне вернут. Ну, бабки верните. Я ж переехал там дорого платить, господи. Ну, ладно. Следующий агент это либо Саратов, либо Гривьери. Следующий. Надо быстро. Я надеюсь, что мы его успеем пропустить. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я собираюсь здесь работать. Хорошо, продолжительность визита? На века вечные. Что? Где? Что? Что это такое? Что это значит? Здесь указана другая длительность поездки. Простите, на 90 дней. Ты что, совсем что ли века вечные? У тебя совсем все плохо. 60 килограмм, 167 сантиметров, волосы вьющиеся, даты совпадают. Дата нормальная. Машиностроение, печать хорошая, женщина Шинглтон. Там это такое есть. Это нормально, Беатрикс Хекс, Хес Беатрикс. Пожалуйста, вот держите. Что это? Прочитайте. Ага, работа на века вечные, пожалуйста. Проходите. Это было просто. Если гарантирован следующий. Бегом, друзья. Не задерживаем. Ваши документики? Вроде Патронова Никола, да? Патронова Никола. Объясните мне, пожалуйста, вот это вот. Это явно не вы. Это старое фото. Насколько старое? Я просто не понимаю, насколько это старое фото. Дайте документ. Отпечатки пальцев. Нет, это не старое фото. Это просто не ваше фото. Не могу подтвердить вашу личность. А? Чего? Ну что такое? Что глупости-то такие? Что случилось? Ну сейчас все узнаете, что случилось. Проходите, пожалуйста. Следующий бегом. Следующий. О, ваши документики. Привет, Гуту Стефан. Да мне вот даже, знаешь, вот не интересно ничего другое, я просто так... Я тут останусь на пару недель, у вас интересное лицо, мне нечего сказать. Нам есть чего сказать. До свидос. Что происходит? Сейчас все узнаете, что происходит.
Пройдемте. Следующие двоих мы с вами поймали, а осталась вот эта теточка. Надо быстренько, быстренько, быстренько. Так, ваши документики. Вот дерьмо. Ошибся немного. Пожалуйста, верните мне документы. Ну ты жжешь, чувак. Я тебя помню, что вы делаете. Ты два паспорта сунул, чувак. Ты чего? Ты чего? Ты чего? Ау, ты давай. Ну ты жжешь. Следующий, я тебя помню. Я тебя реально помню. Проходите, пожалуйста, ваши документики. Я надеюсь, что ты... Кто ты? Рослович Петр. В гости это все. Продолжительность пару недель. В гости пару недель. Дата нормальная. Дата нормальная. Дата нормальная. Петр Рослович. Рослович Петр. Короткие кудри присутствуют. 89 килограмм. 182 сантиметра. Предположим, фотографии его. Сан-Мармер в Антегре есть. Мужчина. Печать хорошая. И номерочек-то паспорта совпадает. Один из немногих, у которых все в порядке. Проходите, пожалуйста. Проходите. Это было просто. Следующий. Проходим, 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 проходим. Главное, Стефан Гравьери, Стефан Гравьери, Стефан Гравьери. Ваши документы. Ваши документы. Гравьери, Стефани. Все, пожалуйста. Бегом, 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 Стефани. Стефани, помогите мне, помогите. У меня там проблемы с законом. Зарстоцкую орден. Достоцкую орден. Да, 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 да. Следующий, следующий, бегом. Ничего не знаю, ничего не знаю. Это Стефан Гравьери, ну, им поможет. Цель вашей поездки? Транзит. Транзит, хорошо. Продолжительность визита? 14 дней. Транзит 14 дней. Дата нормальная. Дата нормальная, дата нормальная. Катерина Риндин. Риндин Катерина. Волосы темные. 55 килограмм. 164 сантиметра фотографии. Ее женщина. Аутер Граус от Регри. Все вроде в правильном. Все вроде. Номер. Номер совпадает. Проходите, пожалуйста. Это было просто. Следующий, если гарантирован. Следующий. Бегом, 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 бегом. Нужны деньги. 10 всего пропустили. Нужно побольше. Нужно побольше. Ваши документики. Ваши документики. Лоботская Аудри. Женщина. Парадизна. Вес кило. Вес кило вроде было. Вес кило есть. Лоботская Аудри. 171 сантиметр. Есть. 53 килограмма. Что-то у вас тут, мадам, не так. Везем что-то не то. Вы вырвали случайного досмотра. Досмотрик. Повернитесь к сканеру, пожалуйста. Это тут вроде все правильно. Но если там все в порядке, мы не пропустим. Не в порядке, не пропустим. Ну, может, он нам что-то подсунет интересное. Покажет нам что-то интересное. О, господи, мадам. А что это такое? Ой, чик, не туда. Это не туда. Одну секунду. Общие правила. Проверка. Никакого контрабанды. Никакой нельзя. Вам не стоило сюда приезжать? Я ничего не знаю. Ничего не знаешь? Я тоже ничего не знаю. Я тоже ничего не знаю. Что случилось? Сейчас узнаю, что случилось. Раз ты ничего не знаешь, я ничего не знаю. Проходи, давай, не задерживай. Следующий. У меня уже скоро мигает. У меня уже мигает. У меня уже время заканчивается. Ваши документики. О, какая у вас интересная внешность, мадам. Я, если не ошибаюсь, это вы, да? Нет связи. Хорошо. Здесь транзитом пару недель. Мне показалось. Пардон. В гости пару недель. Каким в гости, если вы сказали, что вы транзитом? Какие гости? Разрешение только на гостевой въезд. О, простите, я просто в гости. Так, номерочек совпадает. Мишал Ахмед. Ахмед Мишал. Женщина Шинглтонову F. Вроде было волосы очень короткие. 49 килограмм, 173 сантиметра. Это она. Проходите, пожалуйста. Главное было вот эту штучку ей проверить. Мы это проверили, все сделали. Вышла. Следующий. Бегом, бегом, бегом. Стрелочка заканчивает. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Успел. Молодец. Молодец, девушка, молодец. Вы успели. У нас как раз обучение заканчивается. Вы слышали гудок? Вы у вас успели. Просто в гости. 30 дней. Я надеюсь, что у вас все в порядке. Значит, вы успели сесть. В гости. Один месяц. Дата нормальная. Дата нормальная. Дата нормальная. Херхакия Аминьева. Аминьева Хернакия. Ой, господи, какой. Аутер Грауз, женщина, 170 рост, 58 килограмм, ну, это я не могу проверить, номерочек паспорта совпадает, проходите, пожалуйста, проходите. Все в порядке, это было просто. Рабочий день вроде закончен. Замечание, ошибка, внешние данные, ошибка описания. Ну, ладно. Ладно, там без штрафа было, но за двоих не засчитают. Ай-яй-яй-яй-яй, зарплата 55. А, зарплата 55. Мы можем отключить отопление своим. Тогда мы выйдем небольшой плюс. У нас будет $5.
Ну, отключим отопление. Ну, заболеет, так заболеет. Пойти спать. А все равно у нас нет денег, чтобы заплатить за отопление. О, смотрите, уникальные операции на позвоночнике. Их не умеют делать нигде, кроме Арстоцки. Это значит, к нам поедут. Правительство эвакуировано из Парадизны. Это вот опять знак наших езиков. Что-то они сделали там интересное. Давайте еще один денек сегодня сыграем. 7 декабря 82 года. Окей, посмотрим, что у нас будет происходить. Новые разыскиваемые, больше ничего не интересного здесь нету. Это мы все знаем. Саратов Михаил и Григорий. Следующий. Проходите, пожалуйста. Проходите. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Транзитом. Хорошо. Продолжительность визита на пару дней. Давайте проверим еще раз этих. Так, такая, такой и такой. Надо запомнить. Так, дата нормальная. Дата нормальная. Дата нормальная. Резнов Александр. Александр Резнов. Печать хорошая. Борода присутствует. 84 килограмма, 177 сантиметров. Номерочек совпадает. Антегрия Аутер Граус. Там такое есть. Мужчина. Ой, пардон, не туда нажал. Все хорошо. Проходите, пожалуйста, Александр. Тезка, проходи. Въезд не гарантирован. Следующий. Бегом. Ваши документики? Смерть Арстоцки, чё? Это не страшно, это мы помним. Это такая лоховская бомба. Слабенькая, как это раскрутить? Пикует. Что происходит? Это что за дерьмо любительское? Нам стоит эвакуироваться? Из-за этой ерунды нет, конечно. Просто отключи ее, открой крышку. Пожалуйста, тюп-тюп-тюп-тюп. Ну и дебилы эти террористы не могли дисплей поставить, а? Что мне теперь делать? Никогда не видел такой дурацкой бомбы, ее собрать какой-то тупица. Просто перережь провода в правильном порядке. Ну ладно, вот это раз, да? Вот это два. А если я неправильно нажму, то мы все взлетим на воздух, это будет весело. Ну вот, все готово, возвращайся к работе. Надо закрыть пункт. Чушь собачья, мне сегодня надо денег заработать. Давай мне бомбу, я продам ее по частям и дам тебе долю. Да, Надежда, пожалуйста, полная дрянь. За нее, небось, и денег нормальных не выручишь. Вызывай следующего. Следующий. Господи. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я хочу навестить друзей. Видели, меня чуть не взорвали только что. Продолжительность визита. Я думаю, 3 месяца. В гости. 3 месяца. Користа, женщина. Чего? Какая женщина? У вас в паспорте написано, что вы женщина. Все как там написано. Давай проверим. Терил Полард. Полард Терил. Даты неправильные. Дата хорошая, 3 месяца в гости. Номер паспорта совпадает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Действительно, женщина, ты посмотри. Фу, бывает же такое. Проходите, пожалуйста, проходите. А користа там есть следующий. Ой, користа есть. Ты посмотри, все верно, все нормально, обалдеть. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я собираюсь здесь работать. Продолжительность визита. На 1 месяц. Работа 1 месяц. Да, ты нормальный. Машиностроение. Вот, посмотри, пальчик. Да, ты нормальный. Прическа кора 57 сантиметров, 173 рост. Катерина Ривьера. Користа опять, да, из ОФ. Нате, держите. Что это? Ну, там все написано. Что это такое? Это визиточка. Там работа. Звоните, получаете. Я получаю из вас 5 кредитов. Следующий. Ваши документики? Какова цель вашей поездки? Транзит. Продолжительность? На год. Чего сказал? Какой год? Ты чего? Здесь указана другая длительность поездки. Но ошибка вышла на пару дней. Ты чего? Ты совсем что-то сумасшедший? Калича, Западный Крещен, Александр Димчико, Димчико Александр. Дата нормальная, дата ненормальная. То есть ты что, ты меня совсем дурить начал? Вот совсем, везде, да? И дата у тебя не те. Срок действия, это документы истек. У меня были дела, ну а я тут при чем? Так еще и сказал, что на год собираешься. Ты совсем придурок, ты чего? Ау. До свидос, иди отсюда. Окей, следующий. Не задерживаем, проходим. Это весело, конечно, это весело. О, ежик пришел, привет, ваши документики. Отдайте мне шифровки. Да, пожалуйста, обе. Пожалуйста. Вы решили мои проблемы? Проблемы мои решили? Вы отлично справились. Оба агента уже ведут работу. Когда Арстоцка только рождалась, Орден взял на себя ту же роль, что и сейчас. Когда тирании придет конец, мы снова исчезнем. Вы проблемы мои решили с деньгами, с законом? Следующий. Где мои 2000? Как мне жить в 7-м классе? Ваши документы.
лучше работать, я понял. Какова цель вашей поездки? В гости это все. Продолжительность визита. На пару недель, не больше. В гости на пару недель. Дата нормальная, дата нормальная, даты. Вот здесь ненормальные. И под этим не подходит. Срок действия этого документа истек. У меня не получилось раньше приехать. Ну не получилось, я тут причем, до свидания, уходите. Мне нужно быстро, быстро, быстро. Добро пожаловать в Арстоцку, только не вам. Добро пожаловать. О, следующий, следующий. Проходите, пожалуйста, ваши документики. Какова цель вашей поездки? Транзитом. Продолжительность визита? Пару недель. Транзит? Пару недель. Так, 12-19. Опа, 84-й год. Я чуть думал, 11-05, да? Так, дата нормальная, дата нормальная. Прическа кары присутствует. 50... Чего? Как так? Вы выбраны для случайного досмотра? Повернитесь, пожалуйста, к сканеру. Косковна Брина. Брина Косковна. Хорошая. Номерочек совпадает. Лесренади. Лесренади. Оти, господи ты, боже мой. Как же так тут? Ой-ой-ой. Сейчас, подожди. Ну давай, нажимайся уже, пожалуйста. Что долго так нажимаете? Никакой контрабанды, мадам. Контрабанда абсолютно недопустима. Что, так заметно? Ну что, так будем в дурочку молодить? Ну нет, так не хотите ничего мне предлагать? Не надо? Что вы делаете? Пройдемте, мадам. А мне надо быть следующим. Я ей время дал. Подумать. Сделать... Блин, принять решение. Дать мне что-нибудь. Какова цель вашей поездки? Пригласите в гости. Пригласили в гости. Продолжительность визита пару месяцев. В гости 2 месяца. Дата нормальная. Дата нормальная. Дата нормальная. Арбистан Скал присутствует. Мужчина в фотографии без бороды. Но вроде его. Данные совпадают. Хорошо. Волосы короткие. Да, вроде короткие. 87 килограмм. 175 сантиметров. Печать нормальная. Владимир Миколский. Миколский Владимир. Так, вот номера не совпадают. Что ж я сразу не проверил. Здесь несоответствие. Проверьте еще раз. Сейчас там все проверит. Сейчас все проверит. Не переживайте. Раз вы такие тупые, вас там будут сейчас с пристрастием проверять. Следующий. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я хочу навестить родственников. Продолжительность визита. Несколько месяцев. Ну, предположим, 3 месяца в гости. Даты нормальные. Даты нормальные. Номер нормальный, фотографии ее по сводке не подают. Женщина Мергерус, Арбистан. Хенриетта Любова. Любова Хенриетта, 178 сантиметров. Есть ли там такое в Арбистане? Мергерус есть. Ладно, проходите, у вас все в порядке. Хенриетта, проходите бегом. Следующий, следующий, следующий. Успеешь еще, успеешь. Замечание, ошибка, описание. Ну ладно, хоть ты пришел сразу сам, легко вот так и просто сдаваться. Думаешь, на 1 год, а может быть на 5, а может быть на 10, да? Что тоже хорошо, да? Что случилось? Ну, у вас очень интересное лицо, мой хороший, очень интересное. Следующий, следующий, успеваете, успеваете, еще 15 секунд у тебя пройти сюда. Ваши документики не похожи на этих, да? Какова цель вашей поездки? Гости, это все, хорошо. Продолжительность. Пару недель, 14 дней, в гости. Нет, вы не едете. Пардон, мадам, вы не едете. Обнаружено несовпадение. Нельзя въезжать с документами с истекшим сроком. У меня были дела. Я тоже, понимаете, не дурака валяю. Я тоже не дурака валяю. Ну что ж, рабочий день закончен. Одно замечание сегодня. Я упустил это. Министерство доходов снимает с вас все обвинения. Ваши сбережения возвращены не будут. Сволочи, а. Улучшение макрокоманды для инструкции. Но ты посмотри, у меня всего 5 баксов. Переехать 8 класс, 75 баксов. А я не хочу 8 класс переезжать. Понимаешь, в чем дело? Я не хочу туда переезжать. Мне в 7 уже понравилось. У меня уже все привыкли здесь жить. Ты понимаешь, в чем дело, а? 15-й день. Ну ладно, предположим, будем жить в 7, будем выкручиваться, будем на работе стараться как можно больше... обработать народу, больше денег заработать. А на этом, наверное, давайте завершать этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Ребятушки, не забывайте, пожалуйста, делиться этим видео ВКонтакте, там, в других соцсетях, рассказывать о канале друзьям. Удачи, друзья. Пока.